Сочи выступили клубы из Тихорецка и Краснодара, а также сочинские команды МЧС «Адлер», конный клуб «Кентавр», детская конно-спортивная школа города и Федерация конного спорта Сочи. Программа включала два вида состязаний – конкур и выездка. Свои умения управлять лошадью продемонстрировали более 60 спортсменов от 12 лет и старше. Конечно, хотелось бы, чтобы часто приезжали команды. База очень хорошая, оснащена всеми современными. Посмотрите, сделали все для этой базы, чтобы как бы принимать участников соревнований. Наездники и их четвероногие помощники показали хорошую выдержку. Жаркая сочинская погода создавала массу неудобств и тем и другим. Но с дистанции не сошел ни один участник. Более того, спортсмены показали неплохие результаты. Того, чтобы вместе дети на соревнованиях дружили, помогали друг другу, брали с лучших пример. Я думаю, что это лучшая база в Сочи и вообще в крае. Я считаю, что за этой базой будущее нашего конного спорта. Подобные соревнования их организаторы называют тестовыми или тренировочными. На городских чемпионатах спортсмены готовятся к более крупным стартам. Ближайший турнир по конному спорту на Кубок губернатора края. Соревнования пройдут уже в сентябре. Кстати, в этом же месяце с 1 числа конная школа города начинает прием на бесплатное обучение детей от 10 лет. А также всех детей и взрослых приглашает на занятия Федерация конного спорта. Информацию можно получить в поселке Дагомыс на Армавирской 246 или по телефону 8 918 001 98 16.